Я тоже выступаю против запуска протонов с космодрома Байконур и вообще против запуска ракет во все эти полигоны военные. Потому что вот эти ракеты, я, насколько знаю, я сам служил, когда служил в советской армии, тоже близко общался с ракетчиками. Они в нашей роте, прям 4-й взвод был, который заправлял вот эти ракеты. И вот я знаю, что у меня одна сельчанин, который вместе со мной служил, он в 35 лет умер от цирроза печени. Я думаю, что это последствия заражения вот этим гептилом. Королёв, генеральный конструктор, и то выступал против гептила. Так, Сергей Королёв.